Так, сегодня от двух продавцов получил вот такую и вот такую. Картридеры это. Получается, вот мы открываем. Так, где флешка? Такая флешка. Это. Так, сначала с этим картридером. Что-то он глючит. Блин. Так, вставили. Очень сильно туго вставляется. Думал, в компьютере гнездо поломаю. Тыкаем. Вот так он работает. Сейчас посмотрим, что на компьютере. Вот так вот отображается. И дальше ничего не... Потом происходит такое, что нужно форматировать флешку. Но флешка нормальная. Сейчас посмотрим дальше. Вот видно. Прежде чем использовать устройство, нужно отформатировать. Так, ну сейчас попробуем отключить и вытащить саму флешку. Так, это мы закроем. Так, подключаем, что она произойдет. А, ну да, то есть сейчас не моргает. Так, может не... А, ну ладно, все равно попробуем. Делаем вот так и вставляем другой. Так, если флешку читает, то он начинает моргать. Вот, чтение. Так, появилось. Как бы устройство, но флешку не видит. Ага. Так, в общем, берем эту же самую флешку. Блин, фиг вытащишь. Вот, чтоб вы видели, вот. А, блин, упала. Так, я вытаскиваю. Вытаскиваю флешку. Вставляю от другого продавца картридер. Так, закрываем. Подключаем. И вот, все работает. Без проблем. Получается, этот товар неисправный. Так что продавцу большой минус.